Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Качок, и сегодня я продолжаю свои путешествия в мире Майнкрафта и Pocket Edition. А перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал, а я начинаю. Поехали! Так, ребята, в этот раз я искал деревню номер один, и надеюсь, я найду ее, потому что я уже достаточно близко подошел. Смотри, тут курицы есть всякие. Так, давайте. Сейчас вроде где-то вот здесь вот должно быть эта деревня. Сейчас я найду эту деревню. Или где она? Давайте немножко ускоримся. Вау, курица, привет. А может она была вот здесь, вот я просто не заметил. Нет. А где она может быть? Я что, потерялся? Нет, я хочу найти эту деревню номер один. Никто его еще не находил. Ну, пожалуйста, где она? Я столько искал, я столько сюда добирался. Пожалуйста, где она? Вот! Я там что-то вижу. Поехали туда, идемте. Быстрее. Нужно туда быстрее добраться. Так, ой, я там вижу дома. Так, нужно туда потихоньку идти, потому что там могут быть враждебные жители. Так, о, я вижу там жителей. И вы тоже их видите? Или я один такой? Я вижу их. Домик. Там никого нету? Там никого нету, ребята. Давайте зайдем. Вау. Вау, какой домик крутой. Ну ладно. Только бы они меня не заметили. А то они могут меня, в принципе, убить. Да. Так, ребята, тихонько. Сейчас. Ой-ой-ой. Хорошо, что не заметил. Ой, может, мне нужно к ним подойти, поговорить? Давайте тогда подойдем к нему. А, здравствуйте, здравствуйте, я здесь новый... Алло, здравствуйте, здравствуйте, вы что меня игнорите? Ты кто такой вообще? Зачем сюда прибыл? Это наша деревня, вали отсюда. Я сюда пришел, чтобы... Просто увидеть вас, или просто остаться, или жить здесь. Вали отсюда, тут нету места для бомжей, тут только элита. Нет, не пригоняйте меня, скоро будет ночь, меня могут съесть зомби, пожалуйста. Оставьте меня здесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я буду все делать для вас, буду работать для этой деревни. Пожалуйста. Ладно, оставайся, но только не мешай моим жителям жить здесь. И выполнять свои обязанности. Спасибо, спасибо, огромное спасибо вам, спасибо огромное. Так, он мне разрешил жить, но не сказал, где... Вот, а, привет, привет. Так, это ученый, что ли? Привет, это, наверное, кузнец. А, не, вот там кузнец. Привет, привет, кузнец, как дела? О, новенький, привет. У меня все хорошо. Зачем пришел? Да я тут пришел, я новенький тут просто. Ну ладно, давайте, хорошего дня. Давай, гуляй. Ну тут очень много жителей, ребят. Ну тут, наверное, все дома уже заняты. Я себе тогда возьму и сделаю себе другой домик. Все-таки не буду же я у них забирать домики. Так, ребята, вот я уже вообще устал. Это, оказывается, невозможно. Ну, возможно, это будет очень много времени у меня занимать. Лучше я к кому-то приду и у кого-то буду жить. Так, у кого можно? Или же... Да, давайте я вернусь к этому мэру. Он, наверное, это мэр. Уже ночь наступает. Что мне делать, ребята? Мне нужно переждать эту ночь. Мне нужно где-то переждать эту ночь. Ребята, что мне делать?
Я тут просто смотрю, вот хорошая дверь, качественная. Тихо, ребята. Я лучше закрою дверь, чтобы никто не смог сюда зайти. И это будет моим домом. Ох, сундук. Вау! Ну, ребята, это же... Ну, я же не вор, ребята. Я же не вор, я не буду здесь брать. Ребят, мне нужно переждать одну ночь. Так, ребята, я тут уже жду 2 часа. Наверное, уже наступило утро. Да, я думаю... Что? Что за... Что за... Что? Эй, ты чё творишь, болван? Ты у меня вообще-то дома. Ой, извините, извините. Ой, я... Как вы сюда попали? Как это возможно? Ты окно не закрыл. Вали отсюда по-хорошему, а то получишь хорошо, шапалах. Хорошо. Простите, простите, я больше не зайду к вам домой. Ну там же еще вечер вроде. Ну там еще вечер. Можете, пожалуйста... Вы куда? Вы куда? Куда вы пошли? Заходите внутрь. Я вышел по своим делам. Не видишь, слепой? А, ладно, ладно, хорошо. Ну ладно, тогда я вот так закрою дверь. Ребята, я хочу быть в этой деревне лесорубом. Потому что... Так. Ну, я вечером тоже выйду. Похоже, тут нету зомби всяких. О, это кто? Это защитник деревни? Это же голем. Что? Ну, ладно, идемте. Я пойду вот сюда вот. О, смотрите. Подглядывать это нехорошо. Кто это там? Давайте посмотрим. Что? Это же житель спит. Ну ладно, подсматривать это не очень хорошее занятие. Поэтому давайте вот сюда вот нарублю деревьев. И буду мэру его приносить. Или же буду строителем. Так, продолжаем. У меня уже будет 12. Это очень много. Так, ну когда же наступит утро, чтобы я мог поговорить с мэром этого города? Так, ребята. Давайте сейчас... Ладно, я сейчас найду мэра. Так, это мне не нужно. Я сейчас попробую найти мэра в городе. Это будет... Трудновато ко всем лезть. Так, может он вот здесь вот? Да не, это не он. Может здесь? Да это же вообще замок. Может он вот в таком вот домике большом? А где тут? А где тут вход? А, вот здесь. Что это за место? Кальянное. Осуждаю. Так. Может, вот здесь вот? А, да-да-да, вот здесь вот. Так, всё. Дорогой мэр, дорогой мэр! Мэр! Извините! Стойте, стойте, мэр! Извините, я нечаянно! Извините, пожалуйста! Скажи спасибо за то, что не врезал! Вы куда? Вы что, не надо? Не спите! У меня сейчас... К вам дело, я вам потом верну эту диван. Да ты достал, что тебе нужно? Дорогой мэр, я хочу здесь жить, и мне нужен дом. Поэтому я требую у вас дом. Хотя бы маленький, как у вас. На окраине деревни есть старый домик. Я тебе даю его. Но ты должен будешь мне приносить какие-то ресурсы. Понятно выразился? Ну тогда, можно я тогда буду работать и буду доставлять вам дерево? И это будет, типа, оплата за аренду. Да, можно. Но в большом количестве. Хорошо. Спасибо вам огромное. Вот, поставлю. Вот вам первая оплата. Вот, возьмите. Ой-ой. Извините, я взял. Вот вам. Это моя первая оплата, так сказать.
Так. Этот мэр мне дал домик в самом краю. Да не этот вообще, вы чё? Он не мог мне дать этот дом. Может, вот этот? Так. Там житель спит. А ну-ка вставай! Это мой дом! Вали отсюда! Ты что в моем доме спишь? Ха, сработало, пацаны. Ребят, сработало. Давайте я тогда поставлю диван и посплю. И, ребят, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был я, Качок. Всем удачи, всем пока!